Негативно. Проблема сейчас есть в нашем обществе, о котором говорят в каждой семье. Это проблема ЖКХ, роста цен ЖКХ необоснованных. Второе – это нелегальная иммиграция. И третье – коррупция на всех уровнях. Вот три проблемы, которые в любой семье заходите, вам скажут, да, мы все это знаем. ЖКХ стоит на первом месте. Они где-то ну, на первом, на втором месте с нелегальной иммиграцией конкурируют. Так вот, люди озабочены сдуванием цен, обманом вот тех управляющих компаний, которые фактически являются промежуточным звеном по перекачиванию денег, и с завышенными ценами на жилье, на коммунальные услуги и так далее. И поднимать еще градус в обществе, говоря о усилении мер, не меры надо усиливать, а наводить порядок в государстве, наводить порядок в системе управления в ЖКХ, и уже потом смотреть, насколько эта мера будет воспринята населением. А карательные меры в интересах кого? В интересах тех, которые обворовывают население?